Всем привет, дорогие зрители! Приехал я на известный проект в районе Махмутпар, который называется My Marine Residence. Тут продается несколько трехкомнатных квартир под ключ по очень хорошим ценам. Цены на 2 плюс 1 у меня начинаются. Квартира, которая находится на среднем этаже, от 75 тысяч 500 евро. Квартира, которая находится на седьмом этаже, от 83 тысяч евро. И та, которая люксовая, на верхних этажах проекта, от 114 тысяч евро. Дорогие зрители, вот такой проект. Типа корабль. Состоит она из 5 блоков. Есть вся инфраструктура для жизни. Вот такой очень огромный бассейн. Есть скрытый бассейн, сауна, фитнес, хамам. Все вы сейчас увидите. Также наверху в том блоке есть также бассейн. 2 открытых бассейна, 1 открытый бассейн. Идемте мы посмотрим инфраструктуру. Все функционирует. Тут у нас турецкая ваня. Тут пользуется, ну, большая. Пользуется. Нельзя снимать. Ну, здесь VIP как бы. Там огромная турецкая баня. Дамочки лежат там просто. Здесь раздевалки. Вот. В этой стороне у нас сауна. Тоже пользуется. Кажется, не смогу отснять. Вот там. Пользуется. Все работает. Так, здесь легко сдается в аренду. Ардон фитнес-сал. Тоже не будем снимать. Тоже пользуется. И у нас здесь открытый бассейн огромный. Вот такой огромный открытый бассейн. Тоже все работает. Проект был сдан 11-12 лет тому назад. Айда тут 50 евро ежемесячно. Расстояние до моря отсюда 700-800 метров, в зависимости от блоков. Там блок, здесь и наверху. Сюда, дорогие, сейчас пойдем, я вам покажу квартиру. Открытая парковка есть. Есть также крытая парковка в той стороне. Ну, проект такой большой, там вот еще один блок. Вот. Открытая парковка также есть в этой стороне. Генератор все тоже около каждого блока тоже есть. Это, дорогие зрители, настоящие финики, кто не видел. Они еще не проспели. Сейчас откроем дверь. Здесь вот такая дорожка. Кстати, в той стороне есть теннисный корт, мини-гольф. Ага, их тоже покажу. Приблизительно 390 квартир в общем в этом проекте. В то время вот строили вот такие качественные проекты с большими просторными балконами. Там лодочка, видите, как красиво. Угу. Так, оказывается, туда надо пройти. Вот еще один открытый бассейн огромный с горками. Вот там горки. Аквапарк. Вот в длину 30 метров. Там детская игровая площадка у нас. Ага, вот в этот блок надо пройтись, чтобы поиграть в гольф и
в теннис. Вот у нас качели для детей. Расстояние отсюда до улицы Ататюрка приблизительно 220-250 метров вниз. Так. Вот такие просторные балконы. Квартиры сами просторные, вы увидите. Мне вот проект тоже нравится, но вот айдат 50 евро. Ну, как говорится, все есть. Гольф, теннисный корт сейчас еще покажу. Уже потихоньку темнеет. Вот площадка для мини-гольфа. Здесь зона барбекю. Вот несколько гриль там. И вот такие места для того, чтобы шашлык-машлык сделать. Дорогие зрители, очень вкусно. Я сам вкусно готовлю шашлык-машлык из баклажана. Там грибы, мясо, курица, мурица. Все вкусно. Время просто нету. Работаем. Кто, если желает продать свою недвижимость, обращайтесь. У меня съемки бесплатные. Быстро продается квартира, которую я снимаю. И вроде у меня нога какая-то легкая вообще, как говорят. Все зовут меня домой. Или зайди домой, моя квартира быстро продастся, говорят. Не за это я хожу по квартирам. И они как-то быстро продаются, дорогие зрители. Обращайтесь. В этой стороне у нас теннисный корт. Отсюда я покажу. Ой, я уже устал ходить. Проект вот такой огромный проект. Не знаю, как еще описать. Ну, что поделать. Показать должен. Ага, вот теннисный корт. Тут еще играют. Еще здесь одна улица. Вот такой теннисный корт там уже пользуется. Теннисные столы в этой стороне также есть. Там для спорта вот оборудование. Штанга. Нет. Фитнесы видели. Все. То, что надо было, я вам показал, дорогие зрители. И цветочки тоже есть в этом проекте. Теперь поднимемся в квартиры. Дорогие зрители, пришел я в верхний блок. Так, вот такой вход здесь. Как бы... О! Вот как красиво. Корабль, Титаник, я прибыл. У нас тут три лифта. Лифт вот прибыл, вот такой лифт. Угу. Поднимаемся мы на средний этаж. Такой вид панорамный из лифта. Это Азура Парк, это сам Парадайз Хилл, где 8-й. Так, сейчас лифт откроется. Так. Вот здесь такой коридор. Просторный он. Какая красота. Якорь тоже на месте. Здесь у нас... О, как красиво. Видите? Это другие квартиры там. Так, я сейчас вернусь в квартиру. Заходим в квартиру. Вот такая прихожая. Все из мрамора. Пол мраморный. Сразу я пройдусь с
сперва в санузел. Вот это у нас первый санузел. Тут у нас гардеробная, отдельно встроенный шкаф. Очень удобно. И тут у нас хозяйский санузел с ванной. Покажем хозяйскую спальню. Вот хозяйская спальня у нас. Вид отсюда покажу. Вот. Вид на соседнее здание и на ухоженный сад. Так, идем дальше. Здесь у нас вторая спальня. Трехкомнатная квартира. И отсюда вид на балкон и на соседнее здание. Также встроенный шкаф. Квадрат метра здесь как минимум 12-13. Жилой площадью. Здесь у нас кухня, совмещенная с гостиной комнатой. С балконом вместе жилая площадь здесь 80 квадратных метров, 75-80. Вот это я имею в виду, что жилая площадь. Бытовая техника Vestel. Угу. Так, телевизор БК. Вот. Сейчас выйду на балкон. Вот такой балкон. И такой вид с балкона. Дорогие зрители, цена этой квартиры 75 500 евро. Идемте дальше. Не закрывайте ролик. Досмотрите до конца. Я сейчас сниму еще две квартиры. Поднялись мы на верхний этаж. Вот такой вид, такой коридор. И здесь у вас квартира. Тихо, спокойно, без нетерпенности. Надо снять обувь. Так. Такая же планировка, ну, мебель очень такая милая. Вот обои, столешница мрамор. Посмотрим, что здесь. Санузел. Спальня. Вид сейчас, наверное, другой вид здесь. Чуток моря видно. Вот такие шторы. Интересное место. Так. Здесь вот такой шкафчик. Зеркала. Угу. Тоже ванная. И здесь у нас дополнительная спальня. Балкон уже вы увидели. Такой же балкон. Вот такой вид. Не буду выходить на балкон, потому что темнеет. Все, идемте дальше. И осталась третья квартира. Поднялся я на верхний этаж проекта. Здесь вот такая прихожая. Такое красивое растение, зеркало. Сразу повернул налево. Здесь у нас санузел. Это мрамор. Ох, какой уник. О, какая система душевная. О. Это вам не халям-балям. Идемте дальше. Ну, такая вот спальня в таком дизайне. О, это система Икеи. Внутри свет горит. Угу. Здесь такое окошко. Открывайся. Ну, ну, вот вид с окна на бассейн. И на все
здание. Идемте дальше. Здесь у нас второй санузел. Такой же, такая же система. И наша спальня дополнительная. Вот. Здесь тоже 12-13 квадратных метров как минимум. Такое освещение. И самое главное, гостиная комната. Вот. О, как красиво сделано. Совмещенная с кухней. Это какая-то лампочка. Так. Вот. Интересная люстра. Здесь у нас кухня. Холодильник. Вот что-то Vestal, фирма Vestal. Но такую систему я не видел с таким вот освещением. Она большая. Столешница. Гранит. Мойка у нас металлическая. Доминокс, вытяжка. Индукционная плита и духовка. Кондиционер LG. Посудомойка фирмы Франки. Здесь зеркальце. И выйдем на балкон. Ага, здесь балкон очень большой. Снимем с этой стороны. Вот. Вид на горы. Здание, кусочек моря. Вот теннисный корт, который я снимал. Вот бассейн. И вот такой огромный балкон. Также есть вид на крепость Алании. Еще в эту сторону продолжается. Вроде можно застеклить, видите, да, застекленные балконы. И с этого балкона будет вам еще одна комната огромная. Дорогие зрители, цена именно этой квартиры 114 тысяч евро. Так что у меня три квартиры. Одна была 75 500, вторая, которую я снял, 84 тысяч, а это у нас 114 тысяч евро. Так, подведем итог. Так, дорогие зрители, резиденция называется Маймарин. Расстояние отсюда до моря между 700-900 метров, в зависимости от блока. Есть вся инфраструктура, айда 50 евро. Если вам понравился этот комплекс, ставьте большой лайк, комментируйте, подписывайтесь на наш канал, если все еще не подписались. Все, с вами был мистер Агаси из Солнечной Алании, район Махмутлар. Всем желаю всего благополучия, радости, добра, здоровья и процветания жизни. Пока-пока.